Первая книга Паральпоменон, глава 22. «И сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу, Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я буду ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навеки. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен, и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, и меди, и железа нет веса, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил, и ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки мои жители земли, и покоилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню».